с этой позиции ЦСКА также не находится на втором месте в турнирной таблице. Но правда в железнодорожье есть еще одна в запасе. Российский футболист Евгений Плющенко попал в американский учебник по физике. Тоником показывают фотографии чемпиона в момент прыжка и в момент приземления на лед. Автор пособия объясняет, как нужно достичь движения рук и ног, чтобы увеличить или уменьшить силу. Ебать! Ебать, блядь! Нихуя себе! Он длится. Горит или что у тебя? Нифига себе! Охренеть! Вот боже, это охуеть! Боже, вот такой же клоун! Блядь! Ёбаный! Ты пидор, ёбаный, блядь! Хуйло, блядь! Ебанутый, блядь! Сука! Пидорас нахуй! Ёбаный насос! Да ладно, никого ж не въебал. Поверните направо. Колесо. Мама, мамочки. Колесо у него взорвалось. Продолжайте движение. Ты что творишь, блядь? Чё я ебаный? Где же ребёнок сзади? Барон ебаный, блядь. Тише, спокойно. Тихо, Сонь, тихо. Не попал.